Овечкин шайбу отразил, но она как-то поползла ему за спину. Страка, бросок, и Андрей Сидякин. Вторая шайба Северстали в меньшинстве сегодня. Страка выкладывает своему партнеру шайбу так, что просто тихонечко клюшечку подставляя, и праздный успех. 6-1. Северсталь громит казахстанский Барыс. Можно даже это назвать международным разгромом. Ну вот давайте посмотрим. Ну вот сначала повтор момента, когда здесь между ног у Кошкина шайба прилетела. И вот здесь. Смотрите, да, он шайбу вроде бы остановил, но Страка тут же налетает. А Сидякин, который бежал за этой шайбой, просто остался там в зоне у ворот и не успел никуда вернуться. И очень вовремя оказался в нужном месте.